Он топливо потребляет в 5 раз больше, чем легковой автомобиль. И таким образом, то есть через акциз заложенных топлива грузовик уже наполняет бюджет. Поэтому нельзя говорить, что платят все, а грузовики разрушают дорогу. То есть дорогу разрушают. Грузовики платят, они уже платят гораздо больше, чем легковые автомобили. Вот. И считаю, что главные разрушители дороги — это все-таки порывы власти. То есть когда вверх положенная толщина асфальта кладется всего лишь половина. И предлагаю в первую очередь ужесточить контроль уже собираемых средств и пресечь воровство, прежде чем придумывать новые оброки на людей.